В 6 российских регионах стартуют масштабные специальные учения вооруженных сил. На территории Западного и Центрального военных округов подразделения отработают действия по массовой перегруппировке или переброске войск. Развернут полевые аэродромы и наведут переправы. К примеру, под Ярославлем уже сегодня возведут железнодорожный мост через Волгу длиной около 800 метров. Кроме того, будут опробованы новейшие комплексы и перспективные разработки, включая робототехнические и интеллектуальные системы. Всего в учениях задействуют около 6 тысяч военнослужащих и до 750 единиц вооружения и техники.